поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Яркая звезда. Древние мудрецы, волхвы поняли, что скоро родится великий царь, Сын Божий Христос, который спасет всех людей. Собрали волхвы драгоценные дары и пошли туда, куда указывала звезда. Они целый день пасли стада, а теперь отдыхают возле своей пещеры. Ага, вижу. А теперь смотри, что будет.
нас в храме. Как хорошо. Дайте мразы, подоравливай.
Маш, давай к нам! Помоги флаги развесить! Смотри, как красиво получается! Очень хорошо! Тогда за работу! Только мне надо еще в лес сходить, дров собирать и поскорее домой принести. Но мамочке говорит, нужно поскорее огонь разжечь и матушку обогреть еще. А еще я хотела в церковь сходить. Успеешь еще. Эти взрослые всегда кучу дел придумывают. Голова закружилась. Я от отца сбежал. Скоро приедет, в лавке работать заставит. Эй, ты чего отступилась? Пришла помогать, так помогай. А не отступай отсюда, мешаешь только. Ишь, разрезвились. Не времяща! Это верно. Нужно еще готов расчистить, потом заново залить, чтобы лед к утру покрепче схватился. Вот нужно флажки развесить. Завтра праздник. Почитай, все село на площадь придет, а у нас еще ничего не готово. Горько-то мы еще вчера заливали, а сегодня с утра раскатывали. Вот и не успеваем теперь ничего.
Прямо на них. Ух ты! Я никогда не видел, как зажигаются звезды. Наверное, очень красиво. Еще бы! Очень красиво. Ну, там на небе чего не бывает. Ну, одной звездой больше, одной меньше. А вот нам что с того? Верно? Подумаешь, звезда. Но это была не просто звезда. Это был знак того, что родился великий царь. Великий царь? Так называли Иисуса Христа. А дары, волхвы, принесли ему золото и дары. Золото? А что было потом? Мне родители про это никогда не рассказывали. Да уж. Народ веселый и честной, аромат лесу колбасный и мясной, рыб копченых, свежих булок аромат. Подходите, услужить вам буду рад. А сестры красавцы сплошь, а вечера так прелестно, так полезно, так нужна. Черный поросенок с пятачком. Подруга печет с чесночком. А заморские морские гребешки. А хрустящие с полином пирожки. Мармелад, как самоцвет. Пастила, как глина. Скажу вам, колбаса и вареная, и неверная есть. Жиром с сыром всех сортов не перечесть. Поспеши, народ товаров целый воз. Горячо пойдет торговля и в мороз. Не стесняйся, подходи, плати, бери. И монетами и купца благодари. Я привез вам поросят и гусей! Скорее покупайте свежих гусей! А ты без разрешения ушел? Я помогал защищать каток к празднику. Ну смотри, в честь праздника наказывать не буду. Так? Так. Мне дайте медовых пряников. Медовых пряников? Медовых пряников. Ну, конечно, самые вкусные, самые медовые. Андрей, заворачивай. А мне, пожалуйста, колбасы вареные. Ну подожди ты, ну не видишь, мне сейчас заворачивают. Ну не ссорьтесь вы, все всем хватит, все всем продал. Никого не обделю. Андрей, работаем? А тебе чего, девочка? А я смотрю пока. А, смотреть поздно, а трогать ничего нельзя. А мне половинку гуся. Половинку гуся? Мы половинки не продаем, только целиком. Ну, в честь праздника можно и целого купить, ну? Пап, а почему ты никогда не рассказывал мне о звезде, что появилась на небе? О какой звезде? Ну, о той звезде, что появилась, когда родился великий царь. Ты не отвлекайся, работай. Ну что, девочка, выбрала что-нибудь? Нет, нет, я пока выбираю. Выбирай, выбирай, но учти. На пробу я ничего не даю. А кто тебе рассказал о звезде и великом царе? Вот девочка Маша, она так интересно рассказывает. А, без того, чтобы делом заняться, разговоры разговаривать. Разговорами сыт не будешь. А я и так просто люблю рассказывать. Ну, понятно, дерзкая. А у нас с матушкой, может быть, и нет богатств, а мы и так счастливые. Счастливые люди ходят в красивых сумах по размеру и купить могут у меня все, что захотят, так-то. Маш, ты не обижайся на него. Вот, держи пряник. Спасибо. А я и не обижаюсь. Я пошла. Так, Андрей, хватит с ней разговаривать, у нас еще много работы. Работаем! Подходите, покупайте праздник, праздничные скидки! Купите двух гусей и полу!
покупать, покупайте. Я продаю, вы покупаете. Все просто. Ну что в самом деле, ну? Дай хозяин добрый, на ковришке сдобрый. Дай хозяин милый, и пойдем мы с миром. Когда она исполнится, наш дом теплом наполнится.
Ой, кажется, здесь кто-то есть. Я вижу чьи-то следы. Ничего не понимаю. Никого нет. Теперь я совсем запутался. Это мои следы или чьи-то еще? Это твои следы. Твои. Ой, а кто это говорит? А это говорят с тобой духи леса. Нас не видно, но мы существуем. Духи леса? Никогда про таких не слышал. А как же вы существуете, если вас невозможно увидеть? А мы, как тонкий запах или воздух. Ты же не видишь запах или воздух? Воздух я не вижу, а запах чую хорошо. Никогда не думал, что духи леса пахнут пряниками. Пахнет у тебя пряником из кармана. На, держи, пока меня не съел. Да спасибо, я девочек не ем. Я пряники люблю, особенно медовые. Ну вот, все дрова рассыпались. А я старалась, собирала. А давай я тебе помогу. Давай, на. На. А чего ты не спишь, медвежонок? Медведи же зимой спят. А я специально проснулся. Мне родители рассказывали о каком-то Рождестве и о гуляниях, которые проходят в деревне. Я всегда мечтал посмотреть на эти гуляния. Ни один медведь еще ни разу не праздновал Рождество. Рождество – это такой великий праздник для всех людей. А для медведей? И для медведей. И для всего живого. Ну, мне надо идти, медвежонок. Я бы взяла тебя с собой, но боюсь, люди испугаются. А я что, такой страшный? Нет, теперь уже совсем не страшный. Я много чего умею. Я умею танцевать, смотри. А еще я умею петь. Мы мишки медвежата, самые замечательные звери. Мы гуляем по лесу, а зимой мы спим берлоге. Ну как? Здорово. Всегда любил петь. Мне надо идти, медвежонок. Меня мама ждет. Домой, в деревню? Да, в деревню. А давай я буду помогать тебе собирать дрова, а ты возьмешь меня с собой. Я и не буду никого пугать, я только одним глазиком взгляну на гулянье. Обещаешь? Обещаю. Ну, значит, Рождество встретим вместе. Это было бы очень здорово. Это для меня будет самое первое Рождество. Ну, пошли. Пошли. Да брось ты это!
собирать дрова. Вот хорошая веточка. С такой скоростью мы к утру на дом не доберемся. Зато если дотащу, целый месяц печку топить будете. Так, мы, кажется, опять не там свернули. Мы заблудились. Не плачь, Маша! Я же говорила, что нужно раньше сворачивать! Ну, я пытался найти тропинку, но... Ну, мама, но... так у меня волнуется, стемнело! Маша, ну не плачь, Маша! Маша, Машенька, Маша! Маша, смотри! Зимой в лесу, бутум, бутум, теряются! Я, знаешь, какой талантливый? Вот, например, по запаху я могу найти, что хочешь. Хочешь папу, а хочешь маму. Так, ну, может быть, ты и мой дом можешь найти? Запросто! Туда! Пудум-пудум, пидум-пидум, пирим-пим-пум-пара. Парам-пам. Нет, туда! Три-три-пим-пум-пим-пум. Нет. Туда. Ищет.
подожди. Хорошо. Ой. Кто это там стучит? Опять коледовать пришли? Ошиблись адресом? Нет, я не коледовать. С праздником вас. Я заблудилась и замерзла. Меня зовут Маша. Пустите меня к вам погреться, пожалуйста. Папа, это Маша, я ее знаю. Маша! Маша! А ты чего здесь делаешь? Я вот сыграла дрова и заблудилась. Опустите меня к вам, пожалуйста, погреться. Ненадолго. Я вам мешать не буду, обещаю. Так, 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 девочка. Мы ничего не знаем. Мы так заняты, так заняты. Пап, ну пусти ее. Мы поиграем недолго. Андрей, иди сюда. Сейчас не время играть. Дела еще есть. Девочка, Рождество – семейный праздник, и встречать его надо дома. Ну, иди домой, к родителям. Ну, давай, 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 еще не так темно, успеешь найти дорогу. Давай. Ничего, Маша, не расстраивайся. Все дует и дует, как надоело это вьюга. Но я тебе покажу.
сладостей и раздать их грядущим. Ура, да, папа? Нет. Это не то. А завтра утром обойти все бедные дома в селе и раздать бедникам все самые лучшие товары из нашей лавки. Да, я согласен. Да это как это раздать? Ты что, это уже не совсем? Я заблудилась. Пустите меня погреться. Боже мой! А где та маленькая девочка, которую мы не пустили погреться? Мне холодно. Спасите меня. Ее звали, кажется... Маша! 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 Что же мы наделали? Такая метель! Маша! Маша! А вдруг с ней случилась беда? Андрей, ты знаешь, где живет Маша? Знаю. Это хорошо. Прямо сейчас надо поехать к ней и узнать, добралась ли она до дома. Одевайся. Погоди. А если все в порядке, и мы вот так заявимся, напугаем. Не напугай, пап. Праздник ведь, скажем, пришли поздравить. Отлично. Тогда прямо сейчас поедем к ней и отвезем ей все это. Ура! И это. И вот это. Ты что, муженек, так ты точно с ума сошел? Помолчи! Не холодно. Не холодно. И простит Господь нам грехов наших. Я знаю, что я делаю. Показывай там. Ну уж нет. Нет. Я их просто так добро распространивать не позволю. Не позволю. Thank you.
Маша мне рассказывала, но когда-то давно на небе зажглась новая звезда. И это было очень красиво. Еще бы. Новые звезды не каждый день появляются. И когда она зажглась, родился великий царь, наш спаситель. Какое же оно все-таки красивое, звездное небо. Нет, нет, просто так, целый мешок еды да вещей отдать не выйдет. Да ладно, Андрей, пошли. Не хочу такой праздник с одной похлебкой встречать. Ой, Господи, спасибо вам!
Спасибо, люди добрые. А мы поехали тебе с подарками, да в лесу мешок потеряли. Пришлось вернуться, представляешь? Простите меня. Это я. Я мешок утащила. Ну, жалко стало добра-то. Да, видно, наказал меня Господь за прегрешение. В лесу заблудилась, мешок потеряла. Сама чуть не погибла. А потом... Потом не иначе ангелы меня к вашему дому-то привели. Поверь, теперь не забуду эту науку. Вы-то вон как меня приняли, последнее отдали, а я... Вот и как. Не плачь. А мы обнаружили, что мешок пропал. И вернулись. Да и еще больше всего привезли. И еды, и одежды, там дров. Да мы вам, вообще вас теперь часто навещать будем. Спасибо вам. Маша! 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 Ты спаслась! Господь услышал мою молитву и спас меня. И маму, и Андрейкину маму тоже. Ведь он наш спаситель. А как ты нашел меня? А я шел на запах пряников по следам вон той повозки. Шел и шел. Осторожно! Он кусается! Я не кусаюсь. Я хорош. Это мой друг. Не бойтесь его. Выходит, Маша, все это правда? Выходит, так. А можно я у вас побуду на Рождество? Конечно. Я же обещала. Yeah.
отсолировать. Надо одеваться, да, после этого все открывать будем дальше. Понятно? Пойдем так. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.